Руководители крупных предприятий, представители трудовых коллективов, депутаты и общественники собрались, чтобы обсудить предвыборную программу местного отделения партии «Единая Россия». Основная тема этого круглого стола – это фактически рассмотрение программы партии «Единая Россия», с которой мы идем сегодня на выборы. На выборы всех уровней, я подчеркиваю это. Это Государственная Дума, Московская областная дума и Совет депутатов городского округа Химки. В основу программы легли инициативы, которые высказали химчане. В центр сбора наказов по Московской области поступило уже более 340 тысяч предложений от жителей. В том числе по Химкам эта цифра составляет 16 тысяч на сегодняшний день. Первые собрания прошли в первичных отделениях партии «Единая Россия». Именно с предложений, выдвинутых на этих встречах, и начался процесс объединения химчан вокруг идеи преобразования города. Сегодня жители городского округа Химок, конечно, беспокоят в основном вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворов, увеличение детских и дошкольных учреждений, то бишь садов, увеличение мест в школах, чтобы дети учились в одну смену. Также беспокоит качество обслуживания управляющих компаний. Общаясь с людьми, мы услышали их чаяния, их пожелания о строительстве дошкольных учреждений, строительстве площадок для занятий спортом внутри двора, на школьных территориях. Одна из крупных инициатив, которые выдвигали горожане – реконструкция парка Льва Толстого. Идею поддержали лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» – Валентин Герасимов, Инна Монастырская, Наталья Коныгина, Ирина Спирина и Николай Кашников. Уже разработан проект, который составили с учетом мнения жителей. Полностью заменят освещение, модернизируют входные группы, обустроят музейную площадь и установят летний кинотеатр. Появятся в парке велодорожки, а это значит, что теперь велосипедисты и пешеходы не будут мешать друг другу. Городской округ постоянно развивается, строятся новые дома, а значит, возникает потребность в новых школах, садах и поликлиниках. За 5 лет 6 новых медицинских учреждений открыты, в 19 проведены капитальные ремонты. Мы получили огромное количество нового диагностического оборудования, поменяли флюорограф, рентгенаппараты, получили КТ, много лечебного оборудования получили. Мы полностью обновили транспорт скорой помощи и в нашей неотложке. В ближайшее время в городском округе планируют открыть новую детскую поликлинику и женскую консультацию. А в имеющихся больницах провести капитальные ремонты. Например, сейчас ремонтируют поликлинику на улице Лавочкина. Также в планах строительство нового инфекционного корпуса Химкинской областной больницы. Московской области лидеры чемпионы – это Химки. Чтобы мы первые были в том плане, чтобы практически все школы, которые имеют территории, имели свои спортивные школьные стадионы. Вот это, наверное, одна из самых главных. Эти и другие проекты вошли в предвыборную программу партии «Единая Россия». Ее единогласно поддержали все участники конференции.